Приветствую вас. Ответом на вопрос, который вы задаете в узком смысле, будет звучать примерно так. Негативная оценка задевает лично вас. Именно лично вас эта оценка задевает, и именно лично вас эта оценка заставляет думать о себе хуже, чем вы есть или кажетесь себе на самом деле. То есть, давайте немножечко поясним это. Фильмы. Фильмы, там, вот эти вот все выступления, да, прочие вещи, они не касаются напрямую вас. Это нужно понимать, и понимать достаточно хорошо, что фильмы не касаются лично вас. А вот когда кто-то оценивает вас, или когда вы видите непосредственную угрозу для себя, ну вот тогда, естественно, вам очень тяжело воспринимать это позитивно. Потому что вы отдаете себе отчет, что для вас это угроза. И плач здесь, ваши слезы здесь, это, по сути, своего рода защитная реакция от этого. И это уже не что иное, как, привнесенная из детства модель поведения, как реакция на негатив по отношению к вам, на негатив по отношению к тому, что делаете, к тому, что чувствуете, что выполняете вы. И, соответственно, в данном конкретном моменте, в данном конкретном случае, я думаю, что в первую очередь нужно анализировать ваши отношения с родителями, а дальше необходимо анализировать, вашу уверенность в себе и вообще восприятие себя. То есть, как вы к себе относитесь, как вы себя воспринимаете, в чем вы сомневаетесь по отношению к себе и так далее. То есть, вот этот момент, он, вообще говоря, является очень-очень важным для вас, по крайней мере. И именно на нем, именно на этом аспекте я бы предложил вам пока что заострить свое внимание, так как это, ну, действительно очень важно. Если вы для себя сможете выяснить, почему вы не уверены в себе, что заставляет вас быть неуверенной в себе, то появится возможность что-то подкорректировать в своем поведении, дабы исправить ситуацию и более адекватно, может быть, более объективно оценивать и себя, и свои собственные силы, и быть более уверенным в себе. Вполне возможно, что речь идет здесь и о страсти. То есть мы говорим тогда о некотором
в некотором виде страх. То есть вы, например, можете бояться того, что негативная реакция, негативная оценка повлечет за собой некие последствия, которые были для вас актуальны, ну, в детстве, например. То есть в данном случае имеет место быть комплекс. Комплекс – это аффективное объединение ряда элементов и закрепление на эмоциональном уровне последовательности этих самых элементов. И если и когда один из этих элементов имеет место быть, то он автоматически запускает ряд уже в вашем сознании, ряд других элементов, остальных элементов, которых в реальном мире нет. И вот эту связь вам нужно развивать. Ну а чтобы развивать, необходимо переосмыслить обстоятельства, когда эта связь формировалась, образовывалась. И тогда вы сможете реагировать по-другому. Вы разорвете круг, в котором вы сейчас находитесь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку, помогу вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!